Белые халаты, челнинские эскулапы сменили на купальные костюмы. Сегодня в бассейне Дулкын стартовала традиционная спартакиада медицинских работников. Причем на воде они состязались впервые. На старт смешанной эстафеты вышли 17 команд. Пловцы готовятся к заплыву. В нем нет ограничений ни по возрасту, ни по стилю плавания. Главное – просто плыть. Это необходимо для того, чтобы показать всем, кто еще сомневается, что необходимо заниматься именно спортивными мероприятиями, физкультурой, спортивными мероприятиями, чтобы показать для своих коллег. Итак, старт дан. Кто-то сразу вырвался вперед, а кому-то дистанция дается нелегко. Несмотря на это, у всех спортсменов бодрое и приподнятое настроение. Плавание – один из, так сказать, любимых видов спорта. Ощущение радости, здоровья. Поэтому всех призываю заниматься физкультурой, спортом, укреплять здоровье. Сегодня мероприятие очень интересное, веселое. Я думаю, все довольны остались. Конечно, чувствуется борьба. Хочется проплыть быстрее. В борьбе полный накала страстей победу одержала команда из БСМП. Им и достались золотые медали. Но остальным расслабляться не стоит. Ведь спартакиада только началась и продлится еще около 9 месяцев. Елена Портнова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.